Саженцы флокса метельчатого зимнее утро, флокс паниколата зиниатра, украсятся от душистыми нежными соцветиями. Растение подходит как для украшения сада, так и прекрасно смотрится в букете. Стебли могут быть прямостоящими, восходящими либо ползучими. Их высота варьируется от 10 до 150 см. Период цветения – с июня по сентябрь. Цветки белые, ближе к центру сиренево-розовые, около 4 см в диаметре. Обладают ярким ароматом. Собраны в метельчатые соцветия. Листья темно-зеленые, овально-ланцетные. Флокса не переносит прямого воздействия солнца, предпочитает легкую полутень. Сорт зимостоек. Флокс метельчатый зимнее утро – это травянистый высотой 70-80 см с типом роста, высокорослый. Цветет растение в месяц июль, август, сентябрь. Окраска цветка белая с пурпурными тенями. Размер цветка этого прекрасного растения достигает 4,5 см. Весной листва по цвету зеленая, летом листва зеленая. У растения нет шипов. Важно, что флокс метельчатый зимнее утро пчелопыляемый, обоеполый. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.